Опять ты, что ли? А ты чё, вчера вообще, ну, 16-го вообще смотрел, что мы делали? Получается, тоже 16-е, а смотришь ты уже 17-го? Чёрт подери. Как так? Откуда я знаю, что это 17-го будет? Самое главное, что нужно делать, заходя на Amazing Chrome Play. Ну вот, ты рыжик зеленый, тебе нужно как-то быстро развиваться. Как понять? Есть такая система. Вот на И нажимаем. И кнопочка И Ше русская. Есть ежедневные задания. Проходить задание, получать за это призы. Купить энергетики, положить счет на банк, купить любой аксессуар в магазине одежды. Потом, если три выполняешь, получаешь медаль. Две медали. Одна медаль хорошо, две медали лучше. И три медали ты уже получаешь 250 тысяч. И 25 спецочков. На что вообще спецочки тут тратятся? Запишем слэш апгрейд и смотрим. Чистюля. Данный навык позволяет намного реже заботиться о своих нуждах. Все нужды тратятся в три раза медленнее. Очень крутая тема. Очень крутая тема. Стальной иммунитет. Меньше шансов чем-то заразиться. Крутая тема. Удачливый. Ваш навык рыбалки значительно повышается. Вы можете вылавливать в два раза больше рыбы. Ну, это для рыбаков. Силач. Увеличит инвентаря как без рюкзака и VIP, так и с ним количество переносимых вещей увеличится в два раза. Так, торгаш. А это что? Покупка материала будет обходиться вам на 25% дешевле цена навыка. 380 очков. Механик. Самостоятельное причинение починка транспорта при помощи ремонтного комплекта будет чинить ваш транспорт до 95%. Нормально. Устойчивы, будете падать в ломку на 25% реже использовать наркотиков и не будет отличить за собой эффекты головокружения. Неудержимый. Медперсонал не может вас задержать в больнице, если ваше здоровье больше 50. Вот это нормальный навык. Надо их все пропы выполнить. Купить энергетос, положить банковский счет 15 тысяч и купить любой аксессуар в магазине одежды. Сейчас все сделаем. Все, энергетиков напились. Все выпил. Все выпил. Теперь надо их скупить. Сколько там по заданию? Купить энергетосы. 15 штук. Так. Пошел. Давай, давай, давай. Только не кикай. Еще надо. Дринк. Ага. Еще можно купить. Так. Еще выпить. Нет, нельзя пить энергетики так часто, не учи. Давай еще один. И последний. За вас, за нас и за них. За рыбаков. Так, последний энергетик. Все, задание выполнено. Нам дали 19 тысяч и одно спецочко. Отлично. Че дальше по заданию? Положить на банковский счет 15 тысяч. Оп, все, задание выполнено. А, два раза. Так, 15 тысяч. Так, задание выполнено, плюс одно спецочко и 17 тысяч. Пополнить баланс телефона. 30 тысяч. Отлично. Теперь надо купить любой аксессуар в магазине одежды. Поехали в магазин одежды. Так, магазин аксессуаров. Одежды. Ну-ка. Server Production Friends Quadro. Quadro. Где тут акции только покупать? Вот это, походу. Хотите различные аксессуары, да? У маски. Белая маска. Ну-ка. Ага. Фиолетовая бандана. А? Вот это мне надо. Черная маска. Черную маску хочу купить. Сколько она стоит? 150 тысяч. Все, покупаю. Money. Ну-ка. Инвентарь. Аксессуары. А я ее что, только на один раз купил? Ладно, это походу одноразовая. Ну и хрен с ней. Так, все, мы это все выполнили. Звезду получили. Отлично. Три спецочка. 28 тысяч. Плюс... 19 или нет, да, 19 и 17. Ну нормально,
19, 17 и 28. И плюс еще аксессуар одноразовый 150к. Но это надо обязательно выполнять, чтобы качать скиллы. Рекомендуется первым качать это, если рыбачить, то удачливый. К удачливому сразу надо силача брать, чтобы больше рыбки таскать на себя. Ну и самое крутое это тут чистюля. Меньше бабок будет уходить на пожрать, на поссать и прочее. Ну все, гайд по спецочкам закончен. Всем ба-ба.